кто говорит, что у меня нет группы ВК. Вот моя группа ВК. Все, кидайте это видео, друзья. И всем, кто на меня подписан. Пускай все зайдут на эту группу и подпишутся. Потому что у меня конкурс на шоу на Ютубе. Что ж, а мы начинаем. Всем привет. У всех есть вредные привычки. Да. Даже у меня. Во-первых, жрать всякую херню из Макдональдса. Но на самом деле я не живу в Макдональдс. Нет. И не думайте, что я с этого микрофона записываю. Нет. Или с какого? Вот с этого. Нет, я не вот с этого записываю. Так что погнали, короче. Что ж, например, мой друг очень любит смеяться. Как в прошлом видео. Ну что ж. Что ж, а следующее. Еще все любят жрать грязную пищу. Например, Лейс Макс. Но у меня нет Лейс Макса, нет. Что ж. А вот, вот то, что я хотел с вами поговорить о вредных привычках. Но у меня есть вредная привычка каждый день записывать видео. И сейчас я вам покажу, что со мной стало после того, как эта привычка появилась у меня. Новый день, новое впечатление. Надо записывать видео. Еще один день и еще одно впечатление. Записать видео. А на этом было все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Пока-пока.